Аллилуйя. Слава Тебя, Господь.
здесь, чтобы славить Тебя. Всем, что я есть, славить Тебя. Славя Тебя. Нашего Господа, будем глубже и глубже заходить в Божьи воды. Аллилуйя!
хочу, нырну с головой в глубокие воды твои. Жажду мою я хочу, нырну с головой в глубокие воды твои. Я хочу, нырну с головой в глубокие воды твои. Аллилуйя, аллилуйя, живому Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, живому Богу хвала. Еще раз поем это. Ты источник жизни моей, у тебя живая вода, океан. Боже, любви с избытком напоит меня. Океан, Боже, любви с избытком напоит меня. Аллилуйя, аллилуйя, живому Богу хвала. Сестры, я хочу зачитать место Писания сейчас. В книге пророка Иезекииля, 47 главе, говорится. Послушайте. «Потом привел он обратно к дверям храма, и вот из порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет в правую сторону. И когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде. Воды же было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу. И еще отмерил 1000. И тут уже был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне он: видел ты это, сын человеческий? И повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, вот на берегах потока было много деревьев по ту и другую сторону. И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, и сойдет на равнину, и выйдет в море. И воды его сделаются что? И воды его сделаются здоровыми. Аллилуйя! И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут эти струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Аллилуйя! Это пророческое слово от Господа. И
И Бог говорит, что никакое слово не останется у Него неисполнившимся. Прими это пророческое слово. Все будет живо, твои воды сделаются здоровыми. И дальше там написано, что там деревья приносили каждое свой плод, каждый месяц. Это про твою жизнь, брат и сестра. Это про тебя и меня. Это про тот мир, куда ты приходишь. Это про все, к чему ты прикасаешься. Потому что ты есть храм Бога живого. И из твоего чрева текут реки воды живой. И наш Бог, Он есть Бог живой. И все, к чему ты притронешься, будет жить. Аллилуйя! Воздай Богу за это славу. Окунайся в Его поток. Окунайся в Его поток. Окунайся в Его поток. Опускайся глубоко. Иди на глубину. И пой там аллилуйя. Аллилуйя. Всему Всевышнему Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Живому Богу. Еще раз. Аллилуйя, аллилуйя. Живому Богу хвала. 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 Кто сравнится с Богом всех богов?
наш, восседающий на престоле, драгоценный наш, святой и всемогущий, для которого нет ничего невозможного. На все вопросы ты ответ, Бог наш. Над всеми царствами, народами, князьями, над всей землей, над всеми небесами нет обстоятельств, нет таких проблем, чтоб не подвластны были. Бог над всем, Он в красоте своей, в своем великолепии сидит на троне. Не одно тысячелетие морей, глубины, бури, земли, все в Его руке. Над всеми царствами, народами, князьями, над всей землей, над всеми небесами нет обстоятельств, нет таких проблем, чтоб не подвластны были.